Ранним утром 28 января сразу по нескольким адресам оперативниками ОЭП и ПК УМВД, следователями регионального следственного комитета при силовой поддержке СОБР Росгвардии прошли обыски. Минута вам, чтобы дверь открыли. Неотложный обыск. Данилкин Павел Алексеевич, я старший следователь. Отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета по материалам, предоставленным ОЭП и ПК областного УМВД, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника главного управления, начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тверской области Дениса Евсеева и еще двух сотрудников ведомства, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу до Твери и старшего дознавателя отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калининскому району. Сотрудники МЧС подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 «Получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение действий и бездействий в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». По данным следствия 2019 году должностные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили взятку в особо крупном размере в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав в пользу третьего лица, а именно получения необоснованно завышенной скидки в размере свыше 1 миллиона рублей на приобретение автомобиля. Взятка предназначалась за невыявление нарушений в сфере пожарной безопасности на объектах двух обществ Твери в 2020 году. В рамках расследования уголовного дела сотрудниками регионального управления СК России и МВД проведено 11 обысков и 6 осмотров. Получена необходимая документация, изъят предмет взятки, автомобиль и крупные суммы денег. Назначены оценочная, почерковедческая и финансово-экономическая судебные экспертизы. Выполнены иные следственные и процессуальные действия, направленные на объективное и всестороннее установление всех обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. В Тверском областном суде продолжаются судебные слушания по делу так называемых «черных риэлторов». На этой неделе исследуются доказательства по уголовному делу. Как мы уже сообщали, дело рассматривается судом присяжных. Заседания проходят ежедневно по будням, за исключением пятницы. Напомним, коллегия присяжных сформирована из 8 основных и 12 запасных заседателей. Допрос Веры Шугаибовой, а именно она обратилась с просьбой о присяжных заседателях председательствующему по делу федеральному судье Владиславу Нехаеву, будет, по нашим данным, производиться уже в феврале. Из 13 фигурантов только Шугаибовой вменяется следствием 105-я статья «Убийство». С 23 на 30 января перенесено рассмотрение апелляционной жалобы другого фигуранта дела Рашида Насирова. Насиров пошел на сотрудничество со следствием. В конце 2019 года выслушал приговор. Его дело было выделено в отдельное производство и в суде рассматривалось в особом порядке. Приговор Насирову – 15 лет изоляции от общества в колонии строгого режима. О решении апелляционного суда мы сообщим отдельно. 29 января с 11 утра до часа дня руководитель регионального следственного комитета полковник юстиции Альберт Кизимов проведет прием граждан в режиме онлайн для пользователей социальной сети ВКонтакте. На личный онлайн-прием могут обратиться все желающие. Заранее необходимо оставить свое обращение, либо непосредственно обратиться во время проведения приема в комментариях к посту с анонсом мероприятия на странице Следственного управления в социальной сети ВКонтакте.